Когда 3,5 года назад румынская Dacia выставила во Франкфурте новый Duster, сомнений не было. Через год-два эта машина встанет на конвейер московского завода Renault. Однако, как видим, процесс затянулся. Паузу оправдывали глубокой локализацией. По оценке Минпромторга, новинка набрала свыше 2000 баллов, то бишь на уровне LAD. Теперь все, наконец, готово. И хотя второе поколение здорово смахивает на первое, отличий между ними превеликое множество. Как минимум, полностью новые наружные панели, а также свежая платформа Global Access вместо древней B0. На этой же архитектуре созданы родственные Аркана и Каптюр, но лишь Duster заточен на серьезные внедорожные вылазки. И только ему полагается дизель, от которого решено не отказываться из-за чрезвычайно высокого спроса. С движками вообще сложилась уникальная ситуация. Никто из конкурентов точно не предлагает такого разнообразия. Базовым, как прежде, остался атмосферный бензиновый 1.6, но для версии 4x4 его немного модернизировали, внедрив другие форсунки и залив масло погуще. На удивление, 2-литровый атмосферник тоже сохранил свое присутствие, но уже без старинного автомата, а с механикой. А вот известный по другим Renault турбомотор 1.3 на 150 сил можно заказать и с механической, и с бесступенчатой коробками. Сам вариатор марки Jatco. Ему перепали другие настройки, поэтому блокировка гидротрансформатора срабатывает на скорости 45 км в час вместо 12. Это явно замедлит разгон, зато избавит от ударных нагрузок на бездорожье. Систему полного привода не трогали, что логично. Благодаря переразмеренной муфте от огромного Nissan Murano с трансмиссией дастроводы никогда не испытывали проблем. Кстати, моноприводный вариант сохранился только один – для мотора 1.6. Весь интерьер, включая панель, сиденья и приборы, мы видели на Аркане, разве что без полочки справа. Кстати, за панелью теперь скрывается электрический усилитель руля. И это самые заметные перемены. Из скрытого от глаз подметим полностью переработанную силовую структуру кузова, поэтому кроссовер сделался прочнее и жестче. Как итог, внушительные 14,6 балла из 16 возможных по итогам краш-теста R-Cup на скорости 64 км в час.